10 декабря 1900 года, ровно 119 лет назад, по улице Красной прокатился первый трамвай. Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление сегодня отмечает свой день рождения. Более века радует нас самый быстрый, а теперь еще и самый современный и комфортный транспорт. Парки машин в последнее время активно обновляются. На улицы выходят вагоны европейского класса, регулярно повышают квалификацию водители и кондукторы. И это только начало. Жизнь современного Краснодара невозможна без четко отлаженной работы пассажирского транспорта. И с этой задачей уже много десятилетий справляется наше предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». В настоящее время почти в каждой семье есть личный автомобиль. Однако большинство жителей все равно пользуются общественным транспортом. И похвастать КТТУ есть чем. Сегодня на городских линиях более 600 машин передвижного состава. 120 километров трамвайных путей проложено по всему Краснодару. 120 миллионов перевезенных пассажиров за год и около 4000 рабочих мест. Трамвайно-троллейбусное управление кубанской столицы продолжает набирать обороты. И мы желаем его сотрудникам и руководству не сбавлять темпов и продолжать трудиться на благо горожан.